Ну что ж, давайте приступим к текстурированию велосипеда. Новый 2048 резолюция. OpenGL поставлю. И выберу нашу low-poly модель. Вот. Открыть. Окей. Вот он загрузился. Так, этот слой нам не нужен. Удаляем его. Добавим абонемент Occlusion. Так. Здесь поставим 32 где-нибудь. Расстояние между островками. Заполнение. Буду запекать 2048 на 2048 карту побыстрее, чтобы ID нам не надо. Использовать low poly модель как high poly будем. Ну и можно сделать антиалиасинг 2 на 2. В принципе, все. Приступим к запеканию карт. Нажму пока на паузу. Так, ну вот наши карты запеклись уже. Теперь давайте приступим к текстурированию. Это я сделаю пониже. Сразу же давайте добавим сцену. Так, смарт материал резину. Здесь напишу рубер. Вот эту сырую резину добавлю. Так. И Black Mask по развертке. Это здесь. И здесь сразу можно выбрать по объектам вот эти резиновые штучки. Больше резинок у нас вроде никаких нет. Ну и давайте добавим рельеф в резину. Так, ну цвет можно сделать чуть-чуть потемнее. Так. Посинее, потемнее, вот так вот. Так, дубликейт. Еще темнее. Вообще черный цвет. Это удалим. Black mask. И добавим свой fill. И здесь надо выбрать типа что-то, решеточек, что ли, каких-нибудь. Так, добавим здесь scale. Да, надо еще в этом высоте поставить в минус. Вот так вот. Примерно. Сейчас посмотрим. Так. А, это я кирпичи добавил. Кирпичи не надо. Так. Сейчас что-нибудь найдем другое. Вот этот может. Так, тайл побольше. Ну, вот что-то может типа этого. Только здесь на педалях бог с ним. Вот на этом колесе это вроде нормально. Так, если попробовать по трипланару еще сделать. Вот так вот. В принципе, неплохо получается. Ну и scale на 2. Вот так вот. В принципе, нормально получается. Так, и попробовать высоту наоборот поставить. Ага, вот, чтобы рельеф такой был. О, отлично. И добавим здесь карту абонемента Occlusion. И по этому маске
Так, включим здесь абонемент Occlusion. По этой маске сделаем его темнее. Да, только надо. Нет, не темнее надо делать. Ладно, тогда не будем ничего с абонементом окружным делать. Так, теперь давайте добавим алюминий. Вот здесь есть уже алюминий. Это у нас будут диски. Тоже Black Mask. И выберем по развертке вот этот, этот. И сзади тоже этот диск и этот. Ну, тут, в принципе, можно что сделать. Можно scale сделать побольше. Яркость нам не нужна. Длина. Длину убрать. В принципе, все. Так. Roughness чуть-чуть убавлю. Так, диски я добавил. А, вот чуть-чуть забыл резиновые сделать. Вот эти вот штучки, колпачки. Так. Резину. Добавим развертку вот эту. Вот так вот. И крышечку. Тут тоже. Вот так вот. Ну-ка, если мы scale попробуем сделать 3. Так. 3. Тоже ничего, нормально получается. Так. С алюминием разобрались. Теперь давайте седло разукрасим. Добавим. В смарт-материалах тоже есть кожа. Напишем ливер. Вот, стерилизованная кожа здесь есть. Так, тоже черную маску. И по развертке. Вот так вот. Все, отлично, седло нормально. Даже цвет не буду менять, пускай такой остается. Так, еще нам надо добавить металл. Металл, в принципе, у нас здесь все металлическое, все остальные вещи, кроме цепочки. Так, ну давайте я создам новую папку, напишу металл. Опущу ее в самый низ. И туда материал поставлю из стандартных. Вот этот темненький металл. Вот, отлично. Использовать только по 3 планар. И color noise вот так поставим. Roughness поменьше. Чтобы не особо он блестел. Можно и добавить ржавчины. Отлично. Теперь сделаем дубликат. И металл сделаем чуть-чуть посветлее. Так вот. Так.
И вот этим добавим черную маску. Надо все гаечки, чтобы они были светлые по объектам. Так. В принципе, и вот эту втулку надо, и гайку. Можно и спицы, в принципе. Вот так выбрать все спицы. Так. Вот здесь у пипки вот у этой тоже. По развертке вот эту среднюю выберем. Так, вот эту гайку. По объекту. Так, что там еще нам? Руль. В принципе. Тут только по развертке вот так вот. Вот здесь. Так, сбросилось у меня. Ну вот, я обратно все сделал. Так, только я сделал сначала белый металл. Теперь добавляем. Дубликейт, делаем материал черный, потемнее, и рафнес у него поменьше. И будем выбирать те места, которые будут закрашиваться потом. Добавим черную маску и будем выбирать по объектам крыло, вот эту вилку. Так, вот это, тут крыло. Это, вот это, вот эту вещь. Так, здесь по развертке надо. Вот это. Здесь вот тут. Так. В принципе, все. Так, Ctrl-S, записываться надо почаще. Так, в принципе, мы это сделали. Теперь давайте ручки добавим. Нам нужен пластик. Пластик. Тут есть вот пластик, вот такой вот. Потянет. Туда наверх поставлю. Black Mask. И вот эти ручки выберу. Тут, тут и с этой стороны тоже. Так, и нам надо сделать рельеф. Там уже есть, просто надо это, UV поднять у него. Так. Вот, паттерн побольше вот так сделаем. Здесь где-нибудь 8. Вот такая ручка. Даже надо побольше, мне кажется, сделать. 16. Вот такая вот. Нет, 16 много. 10. Такая ручка. Цвет только сделаем какой-нибудь потемнее. И высоту надо опустить маленько. Вот так вот. Так, что у нас там с рафнесом? Рафнес еще чуть пониже. Чтобы не особо они блестели. Вот такие ручки. Можно, конечно, посветлее сделать. Большой разницы нету. Можно сделать 12. Так вот, использовать трипланар, я думаю, не стоит, потому что он будет съезжать. Так, ручки сделали. Ну, осталось еще нам краска. Так, добавим новую папку, назовем Paint. Ctrl-S.
Так. И я не знаю, какого цвета сделать велосипед. Какую часть сделаю. Так. Пускай будет красный. Вот такой вот. Roughness 904. Так. Сдублируем этот цвет. Дубликейт. Первый слой все-таки маленько чуть-чуть посветлее. Теперь второй слой. Высоту делаем чуть-чуть в минус. Roughness посерединке 0,5. Black Mask. Добавляем Fill Layer. И в гранже найдем типа как краска вот такая. Потертости всякие. Вот. Чтобы такая вещь образовалась. Использовать трипланар. Маленько можно даже потемнее чуть-чуть сделать. Вот. На 2 умножить. Вот, нормально получается. Так, теперь тоже добавим черную маску. Так, Ctrl-S. И нам надо выбрать вот эти части, которые должны крашеные быть. Так, по развертке. Это. Так, по объектам крылья. Вот эта вещь. Вот это. Вот это. Вот это. Серединки вот эти. Это по развертке вот эту выберу. Так, что там еще у нас? В принципе, вроде все. Вот такой красный велосипед получается. Может, и ручки сделать типа красные. Давайте я сделаю красный цвет какой-нибудь, ближе к красному такие. Вот такие ручки сделаю. Отлично. Ну и осталось добавить грязи маленько на него. Так, можно еще что сделать? Не, добавим грязи, еще слой грязи. Назову его Dirt. Так, все выключу у него, кроме roughness и цвета. Roughness 0,8 где-нибудь, 0,9. Цвет темный, вот такой вот, коричневый. Такая грязь будет. Добавим черную маску. Добавим генератор. Здесь Dirt. Вот так вот. Вон, слишком много грязи нам добавил. Сейчас поправим. Использовать трипланар. Уменьшим слой грязи. И контрастность чуть-чуть разбавим вот так вот. Вот так маленечко. Чтоб чуть-чуть не такой он блестящий был. Так, в принципе, это все. Можно выгружать текстуры. Ну вот, я бы еще цепь сделал черной. Так, поэтому в металле добавим вот этот объект, цепь, черную ее. И добавим еще один слой. Его в Group Layer. Black Mask. И выберем опять же ее. И этот слой сделаем просто черный. И roughness уберем поменьше. Темный вообще сделаем вот так вот. И добавим Fill Layer. И здесь выберем какие-нибудь полосочки, что ли, чтобы цепочка была не однообразная.
Давайте вот эти вот попробуем. Так, тайл поднимем. Так, и здесь где-нибудь 4. Вот. Типа такой цепочки. И еще у него высоту в минус. Чуть-чуть. Чтобы на цепочку было похоже. Так вот. Ну и все, пожалуй. Теперь давайте выгружать текстуры. Файл, экспорт текстур. Укажу папку. Так, и выберу свою конфигурацию. Все, PNG, экспорт. Открою папку. Так, все, текстуры выгрузились. Отлично. Так, запишусь, Ctrl-S. И давайте в Blender пойдем, отрендерю его, там этот велосипед, посмотрим, что получится. Так, Blender. Включим шейдинг. И будем загружать текстуры. Так. Base Color. Подсоединю. Теперь металл. У металла и у всех остальных текстур надо ставить non-color. Соединяю с металлом. Так. Roughness. Оп. Non-color тоже. И с roughness соединяю. Так, сюда. Ну, еще normal остался. Это вот подниму маленько вот так. Тоже non-color. Добавлю ноду. Вектор normal map. И соединю ее с normal. Такой велосипед у нас получается. В принципе, не так уж и плохо смотрится. Так. Ну, нормально. Так, ну давайте отрендерю его. Добавим сцену плоскость. Так, вот так его поставлю. Добавлю в сцену камеру. Ctrl-Alt 0. Так. Меньшку туда его так поставлю. Так вот. Камеру можно маленечко так увеличить. Так, плоскость. Тоже материал надо наложить какой-нибудь. Может быть, темно-зеленый. Вот такой вот. Теперь S. Отлично. И добавим сцену свет. Вот этот последний. Так, G. Сюда вот куда-нибудь. Так. Даже вот туда. Так вот, R. Сделаю у нее силу где-нибудь 500. Чуть желтизну. Так, вид сверху. R. Вот так вот. Сюда. Еще раз R. Вот так вот. Shift D. Вот отсюда. R.
Так, только силу сделаю поменьше, где-нибудь 200. Так, что у нас там в камере? Не так уж и плохо. Так, ну, в принципе, потянет. Так, теперь здесь поставлю движок Cycles. ГПУ. Так, Ctrl-S. Я не знаю, что еще тут включить. Сделаю где-нибудь 512. Достаточно будет. Ну и все, давайте отрендерю я. Так, рендер. Посмотрим, как он отрендерится у нас сейчас. В принципе, на велосипед похоже. Давно я хотел в блендере велосипед сделать. Все что-то забывал. Ну, еще маленько осталось. Почти уже половина. Так, все вроде похоже. Колес, конечно, можно было потемнее сделать. Слишком темно тоже нехорошо. Ну, еще чуть-чуть осталось. Ручка, конечно, можно было потемнее тоже. Вот не знаю, в блендере что-то все светло. Может, я свет так ярко ставлю. Не знаю, почему у меня так получается. Так, вроде ничего не забыл. Все поставил. Вот и все, можно сказать. Сейчас быстрее пойдет. Ну, в принципе, велосипед мне понравился. Что ж, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока.